Всем привет, мои дорогие! Заехала к врачу. У меня уже голос восстанавливается, мне уже лучше, но я решила заехать к врачу, чтобы она мне выписала правильное лечение, потому что иногда такое бывает, и как бы есть препараты, которые очень быстро возвращают голос. Вот, и я решила как бы заехать. Она меня посмотрела, говорит, это ларингит. Но я, собственно говоря, так и думала, что это ларингит. И кроме горла она еще посмотрела связки. И знаете, вот эта процедура очень неприятная. Ну, кто вот кому смотрели, тот знает. Вот, но я выдержала стойко, все как надо. И вот она мне выписала лечение, говорит, нужно мало говорить, голосовой покой, вот прямо, знаете, тут большими буквами. Полоскать нужно горло, ингаляции, и еще тут вот один препарат. Я, кстати, про него слышала, и вот у меня, когда пару лет назад пропадал голос, мне тоже вот подписчицы, по-моему, именно его и советовали. Гомеовокс, по-моему. Так тут написано, гомеовокс. Ну, в общем, одним словом, лечение теперь есть. Буду восстанавливать свой голос. И я думаю, что еще несколько дней, и все будет хорошо. Так, ой, это мне надо оставить тут в машине. Столько дел, одно, другое, третье. Бегу, мотаюсь, но... Планы, конечно, немного поменялись, потому что, ну, это я вот сегодня так вот более-менее уже нормально говорю. И позавчера вечером вот уже голос стал возвращаться, когда я тоже видео записала. Вчера я ничего не записывала, были какие-то дела, и потом думаю, пусть все-таки немного голос отдохнет. Все-таки я действительно, да, тоже стараюсь меньше говорить, вот до того, как я это прописала. Голосовой покой, и меня поэтому ничего не записывала. Делаю те дела, которые не требуют голоса. Вот, но дел как-то вот очень много. Я говорю, когда ты находишься в Москве, ну, вообще вот каждый, да, в своем городе, ну, отдыхать вот не получается. Даже если ты где-то там простудился, ну, у тебя есть силы, то есть, да, такая простуда, которая не требует нахождения дома, то есть нет температуры, ты физически себя нормально чувствуешь, просто вот, допустим, там потеряла голос или там еще что-то, все равно ты не можешь отдыхать, как бы, да, находиться вот дома, потому что постоянно какие-то возникают дела, и порой даже неотложные, и вот надо туда-сюда, какие-то, ну, есть какие-то вещи, которые ты отложить не можешь, и ты вот бегаешь туда-сюда постоянно. Ну, вот не знаю, как у других, по крайней мере, у меня так, то есть вот никакого покоя, только уж если действительно там ты заболел, у тебя температура, ты лежишь, ну, понятно, тут уже все как бы, да, никуда не денешься, будешь лежать и приходить в себя. А так вот, то есть, постоянно какие-то дела. Поэтому хочешь отдохнуть, хочешь отключиться и развеяться, надо ехать на море. И там уже вариантов никаких нет, только море, отдых и все такое. Вот. Так что, да, ну, жизнь она такая, одно, другое, третье, и как бы никуда от этого не денешься. Ой, тут, знаете, такая интересная история произошла. Я периодически проверяю свои подписки, ну, как бы и на YouTube, и в Инстаграме, да, и что-то чищу. Например, кого-то перестаю смотреть, кто-то снимать перестает видео, да, там длительный срок не снимает. Ну, тоже я там, допустим, могу вот отписаться. Ну, как бы вот пересматриваю, да, свои подписки. Хотя я не могу сказать, что я подписана на огромное количество блогеров, но тем не менее. Ну, как бы, я думаю, это нормально, все так делают. Сегодня тебе интересен один блогер, завтра другой, послезавтра третий. Также меняются интересы в тематике, да, сегодня это интересно, завтра то, сё и так далее. И, соответственно, я как раз вот стала проверять подписки и от некоторых блогеров отписалась.
И в том числе был один известный популярный блогер с очень большой аудиторией. Вот, и я просто, ну, я вот не смотрю, да, как бы вот месяц, два, три, уже, наверное, полгода просто этого человека не смотрю. И думаю, отпишусь, ну, как бы, если там что-то понадобится, всегда можно зайти на канал, да, там, грубо говоря, и посмотреть видео. И отписалась. Ну, вот от этого блогера, еще там от нескольких блогеров. Вот, захожу в свои подписки, смотрю, я на этого человека подписана. Думаю, как, я же от него отписалась, реально, вот, да, то есть нажала кнопку, отписалась, отписываюсь снова. Проходит какое-то время, я снова захожу в свои подписки, уже даже забыла об этом, и смотрю, я снова на него подписана. Вот, ну, я даже не знаю, как это комментировать, как вообще, да, такое происходит, то есть ты отписываешься, а тебя YouTube снова подписывает, то есть автоматически подписывает. Кстати, это не первый случай. И у меня еще были случаи, когда меня YouTube просто подписывал на какие-то каналы, которые я вообще не знаю, в жизни никогда не смотрела, на какие-то игровые были, были случаи, было несколько случаев там еще на какие-то, на каких-то блогеров тоже. То есть я их даже не знаю, кого-то знаю, но как бы, да, не была подписана на этого человека. И тут смотришь, раз, ты подписан. И точно так же и отписывает, я вам скажу, тоже. Вот такие случаи у меня тоже были. Я подписана на блогеров, и давно там, ну, нет, как бы, да, никаких видео, ничего. Я просто захожу на канал, набираю его, не смотрю свои подписки, а просто набираю. И смотрю, я не подписана на этого человека. То есть якобы отписалась, хотя я не отписывалась. И видео выходит. То есть вот такие происходят очень-очень странные вещи на YouTube. Особенно в последнее время просто у меня пропадают комментарии. Вот вы мне пишете комментарии. Процентов, наверное, 20 комментариев у меня не отображаются под видео. Я вижу в уведомлениях. Иногда ко мне приходят уведомления. Вот колокольчик, да? Я захожу, вижу там вот ваш комментарий, и дальше, когда я прохожу, кликаю вот на видео, чтобы пройти и ответить, да, я захожу на видео, а этого комментария нет, то есть он висит только вот под колокольчиком. Я даже об этом писала тоже вот под несколькими видео, писала, что ваши комментарии не отображаются под видео, то есть я их читаю, ответить не могу, потому что негде. Да, как бы негде, оно должно появиться под видео, чтобы я ответила. Вот, и как бы ничего с этим поделать невозможно. Какие-то комментарии видны, какие-то не видны. Также исчезают лайки тоже. Ну, я так особо за этим не слежу, но тоже обращала внимание, что такое тоже есть. И, в общем, какие-то очень-очень странные происходят на YouTube истории. Не знаю, как это вообще вот делается, ну, явно как-то делается, да, раз это, раз такое происходит. Ну, в общем, вот, да, такая вот картина. Ну, ничего, как есть, так есть. Живем дальше, продолжаем снимать, и уже, ну, как бы я привыкла, да, к тому, что на YouTube постоянно какие-то глюки, то одно, то другое, то третье, и на одном канале одно, на другом другое, на третьем третье. Вот. Ну, вот что имеем, то имеем. Ну, YouTube и отписывает от блогеров, и подписывает на людей, на которых вы и не собирались подписываться. Но это, конечно, было очень смешно. Отписываешься, раз ты снова подписан. Отписываешься, и раз ты снова подписан, ну, как-то... Как-то очень непонятно. Но если как бы там такая вот система, то понятно, почему на канале столько подписчиков. Там действительно огромное количество подписчиков. Вот. И тогда понятно, если вот половина или больше половины вот как бы автоматом просто подписывают на этот канал. Вот. Что-то я еще вам хотела сказать, мои дорогие. И я уже, наверное, забыла. Что-то еще хотела, о чем-то еще сказать и забыла. Ладно, тогда уже в следующем видео скажу. Нет, не помню.
Не помню, что я вам хотела сказать. Ладно, не буду много говорить. Тогда сколько минут? Уже почти 10 минут мы с вами говорим. Тогда вспомню и потом скажу. Даже губы свои не проверила. У меня, в принципе, была помада, все нормально. Но после этих манипуляций, может, стерлась. Ну ладно, ничего. Такое вот видео-болталка быстрое. Просто хотела вам рассказать, что... Было врача, мне сейчас много говорить нельзя, но я, конечно, буду молчать, да, целыми днями. Я, ну, буду стараться максимально молчать, то есть говорить меньше, но, тем не менее, видео буду записывать, потому что совсем сидеть молчать, это надо просто говорить тихо, да, не громко. Шептать, кстати, тоже нельзя, она сказала, надо говорить просто вот тихо. Ладно, мои дорогие, тогда на этом все, я поехала дальше. Благодарю вас за внимание, всех целую, обнимаю. Всего вам самого хорошего и до скорой встречи, мои дорогие. Пока-пока.